Заместитель акима Шымкента Нуралхан Кошеров принимает участие в городском турнире по бильярду не первый раз. У него даже именной кий имеется. Говорит, что играет не за награды и призовые места. Цель участвовать, это потому что мероприятие, как такого победить, потому что мы все здесь коллеги, все очень хорошо друг друга знаем, общаемся ежедневно на работе. Победить цели нет, главное участие. 20 работников акимата соревнуются между собой в комбинированной пирамиде. Суть игры заключается в том, кто быстрее всех наберет 8 очков. Директор шымкентского филиала Федерации бильярдного спорта Александр Черепанов считает такие турниры нужными. Правда, отмечает, что молодежи мало. Мне как представителю Федерации бильярдного спорта хочется, чтобы на эти соревнования приходили больше народу, больше молодежи, во-первых, чтобы сегодня бильярдный спорт стал не только видом отдыха, но и спортивным мероприятием. По итогам соревновательного дня лучшим в турнире по бильярду стал депутат городского маслихата Гани Ахмедбаев. Второе место у Нурлана Бекназарова. Заместитель акима Шымкента Нуралхан Кошеров стал третьим.